453 тысячи за рождение второго ребенка. Таков размер материнского капитала федерального уровня. А в нашем регионе за рождение третьего или последующих детей дают еще 350 тысяч рублей. Финансовая помощь, оказываемая государством, стала отличным стимулом для увеличения рождаемости во всех регионах страны. Свидетельство на материнский семейный капитал распространяется на детей, рожденных с 1 января 2011 года. Срок действия данного окружного закона у нас по 31 декабря 2016 года. За этот период в органы социальной защиты обратилось около 300 человек. Из них, наверное, где-то процентов 60 уже реализовали данное свидетельство на материнский семейный капитал. В этом году свидетельство на региональный материнский капитал получили уже более 50 губкинских семей. О том, как изменилась демографическая ситуация в нашем городе, рассказала Елена Колесникова. Если сравнивать нынешний год с прошедшим, то можно отметить, что уже на 22 декабря текущего года отмечено увеличение рождаемости по сравнению с концом предыдущего года. Если в прошлом году у нас родилось 447 детей, то в этом году мы уже зарегистрировали рождение 449. Быть матерью – главное предназначение женщины. Это главный праздник в ее жизни. Своими эмоциями поделилась роженица губкинского родильного отделения. Очень понравилось. 18 числа мы поступили в родильное отделение с утра. К вечеру у нас родилась девочка с весом 3,5 килограмма, рост на 54 сантиметра. В родильном отделении Губкинской городской больницы созданы все условия для комфортного пребывания матери и новорожденных. Коллектив роддома стремится окружить вниманием и любовью своих пациентов. Отделение построено по последним современным технологиям. Предусмотрены палаты, индивидуальные родзалы, палаты совместного пребывания матери и ребенка, одно- или двухместные. Демографическая ситуация в нашем городе благоприятная. Таких результатов удалось достичь благодаря созданию специальных социальных, медицинских и экономических условий. Они нацелены стимулировать российскую семью на то, чтобы рожать и воспитывать детей в достойных условиях. Наркес Газина, Денис Гонцов, новости Губкинского.